Всем привет! А вы когда-нибудь пробовали смузи? Я смузи ни разу не пробовал, но знаю про смузи то, что его либо кушают, либо пьют на завтрак. И, кстати, говорят, что сытная штучка, вот на завтрак съел, почти весь день ничего есть не хочется. Да, смузи вообще по-правильному едят ложкой, а не пьют. Также смузи говорят, что полезное. В общем, давайте мы с вами в этом ролике не просто попробуем смузи, куда-то там пойдем, да, а приготовим его в домашних условиях, дома. Ну и, естественно, попробуем. В общем, всем приятного просмотра. Мы начинаем приготовление смузи. Для приготовления смузи нам понадобится молоко 3,2%, 2 киви, банан, яблоко, мед, блендер, на котором все это будет сбиваться. Так, мед убираем в стороночку, он пока нам не нужен. Молоко все туда же в стороночку, тоже пока не надо. Сейчас нам понадобится киви, банан и яблоко. Все это надо почистить, порезать и положить в блендер. Начну я с киви. Киви буду чистить вот такой вот чистилкой. Ей я чищу картошку, морковку. Ну и киви, кстати, очень удобно чистить. Кто не пробовал, рекомендую попробовать. Приступаем. Приготовил вот такую вот тарелочку, чтобы сюда складывать все почищенное. Пока откладываем. Приступаем к чистке киви. Не мешайся, ё-моё. Вот привычка, да, у этих киви у всех мешаться. Вечно мешаются. Вот так, видите? И все очень легко и доступно чистится, и быстро, самое главное. Вот так вот все аккуратненько вычищаем. Можно ножиком чистить киви, но я вот чищу вот этой штучкой. Мне нравится, мне удобнее так. Что такое за смузи получится? Готовлю его первый раз, как и пробовать буду. Первый раз я об этом уже говорил. Блин, ну интересно будет посмотреть, что как получится это смузи, что. Может быть, потом где-нибудь с вами, ну, попробуем там, в комнате. На улице, короче. Да, конечно, киви мягкие. Не все киви можно чистить вот этой, но у меня все равно это все получается аккуратненько. И весело. Смузи на самом деле можно делать вообще из чего вот только вы захотите. Там и с клубники можно, и с огурцами, да, можно даже овощной смузи сделать. В общем, массу рецептов. Но я вот решил вам показать вот один из таких из простых, потому что, ну, киви можно купить в любом доступном магазине. Яблоко, банан тоже. По идее-то и те же самые огурцы можно купить, но, допустим, вот сейчас в ноябре клубнику ты уже, ну, вряд ли найдешь, только если замороженную. А так из клубники тоже делают. В общем, смузи, знаете, такая вся сезоночка. Так, одно киви почищено. Приступаем ко второму. Оба-на, и второе киви тоже почищено. Ага, чуть-чуть не дочистил. Все, дочищено. Второе киви. Бывает же такое, вот я уже яблоко и почистил, и нарезал. Думаю, дай проверю, вообще что там пишет, не пишет. Оказывается, ничего не пишет. А я там говорил. Говорил я там о том, что вот смузи, мне кажется, как замена лимонада. Да, оно сытное. Опять же, я в этом не уверен. То есть это только там говорят везде, я просто смотрел. Ну, как делать, тоже видео рецепты, они есть на ютубе, там, если забить рецепт смузи, он столько-столько всего выдаст. Плюс один появился на ютубе еще. И вот, знаете, иногда же хочется какого-нибудь там сока, чего-нибудь такого. Ну, во-первых, сейчас всякие соки, даже лимонады, 0,5 бутылочка лимонада там стоит за 100 рублей. Куда это? Ну, это дорого, я считаю. За просто мешок сахара, блин, считайте. Да, потому что там, ну, очень много сахара, они очень-очень все сладкие.
отдавать такие деньги. Ну, реально, я из мешка сахара могу сделать, ну, гораздо больше лимонадов, чем бутылка 0,5. И вот смузи, по сути, в нем-то и нет сахара. Ну, что, мед-то? Ну, мед там буквально чуть-чуть. Сколько там, правда, я даже вам сейчас заранее уже скажу. 1 столовая ложка меда. Да это вообще, блин, ничего. Яблоко вот кисленькие можно взять там. Тоже все нормально. И вот бывает такое, что кто-то делает домашние соки, домашние лимонады. Я делаю. У меня даже есть видеорецепт о том, как я делал домашний лимонад дома. Ролик есть на канале, если захотите, можете посмотреть, ссылочка на него в описании будет к этому видео. В общем, вот смузи, я считаю, тоже как вариант, как замена, почему бы, собственно, и нет, когда да. Так, остается немножечко еще с яблоком поработать, это убрать косточки, тут хвостик отрезать, а так почистить бананчик, его можно порезать, можно поломать, киви тоже надо будет порезать. И положить сюда. Кстати, эта чаша снимается. Очень удобно мыть все такое. Блендер появился относительно недавно у нас. Уже все им попользовались. И мама, и папа, и все-все-все. Видите, есть вот, покажу, можно прям для смузи. Да, лед можно что-то здесь сольем. И импульс какой-то. В общем, вот видите, смузи он делает. Классно. Поэтому... И родилась идея, честно говоря, сделать смузи, когда я увидел надпись «Смузи». Вот так вот. Приступаем к обработке яблока. Ну, вот так все делаем. И знаете, фишка в чем, у меня появилась такая привычка, я уже ее выработал у себя. Я раньше, когда готовил, любил, ну, после готовки все там убирать сразу. Сейчас же нет, сейчас вот я вот как-то больше... Все во время готовки, вот там у меня есть пакетик специально для мусора висит, куда я все очистки сейчас вот складываю. Это оно же, во-первых, зачем грязь разводить, во-первых, так проще. Ты сразу готовишь, сразу убираешься. А то обычно, знаете, как бывает, ну это сейчас вот такой легенький рецепт, а бывает, что там борщи готовлю, всякие там еще блюда изысканные. И ну, после него, после них тоже остается довольно прилично так мусора. Там где-нибудь просыпешь, еще что-нибудь. И, блин, уже наготовился, устал. Я думаю, ё-моё, еще уборка. А здесь вроде как ты готовишь, убираешься. Все, пока у тебя там что-то кипит, варится, там, время зря там не тратишь, чуть-чуть прибрался. В общем, в этом плане, конечно, да, так стало удобнее. Раньше я, вот говорю, действовал немножечко по-другому, но меняемся, меняемся. Так, не везде есть эти штучки. Ну, в принципе, можно и с ними, но с ними просто получится. Блин, нафига нам те косточки от яблока там? Они нам совершенно не нужны. Совершенно. Тут тоже сейчас давайте вот так вот с вами аккуратненько бабахнем. Оба-на! Вот так. Все. Еще чуть-чуть. Тут зелененько. Вообще, на самом деле, можно и с кожурой. Я видел рецепты, где и с кожурой делают. Но что-то как-то, не знаю. Кожицу эту нафиг надо. Нафиг надо. Эту кожицу здесь. Она совершенно тут не нужна. Так, ну, блин, пальцем еще боюсь. Боюсь еще пол руки не оттяпать ножи, потому что ножи острые. Смотрите, хорошо, что ножи острые. Все. Все, почистили. Так, все аккуратненько. В ручку я складываю. И тут у меня висит пакетик. Все это выбрасывается. Все аккуратненько. Так. Кладем яблоки сюда же, киви. Ничего страшного. Начинаем чистить банан. О, бананчик. Банан маленький, может еще один. Нет. По рецепту один. У меня есть специальный рецепт. У меня в бумажке, честно признаться, записан рецепт. Давайте не будем отходить от того, что написано. Давайте с вами сейчас еще киви вот так я порежу. Ножик. Так. Киви ведь само распадается. Не киви прям вот, блин, прям им пахнет. Так вкусно. Прям хоть сейчас бери и ешь.
киви максимально свежий, максимально просто вот, знаете, вот. Я, честно признаться, давно таких киви свежих не брал. Решил я, что это будет так засыпаться. Ну что, приступим с киви. Любая последовательность может быть, но есть но. Какое но, я сейчас вам расскажу. То есть фрукты, овощи, если вы будете делать там фруктовый, да, овощной, можно засыпать в любой последовательности, в любой. Ё-моё, это я не порезал. Сейчас. Засыпаем яблочки сюда же. Ё-моё. Давайте сделаем это вот так. Выглядит уже красиво в этом блендере. Все уже выглядит просто аппетитно. Нафиг нас балтывать, да? Давайте вот так сейчас. Все. Съедим, набросаем, короче, сейчас бананчика и все съедим. Да, как я сказал уже, последовательность совершенно не важна. Бананчик я поломаю просто вот так вот. Но, есть но, сейчас я вам про это но расскажу. Есть одно но, которое, ну, прям, которое важно-важно. Хотя, не знаю, можно, наверное, и без этого но сделать, но сделаем с но. Положено, блин, выглядит уже красиво. Так, вот это мы отодвинули в стороночку. Теперь молоко. Молоко надо 350 миллилитров. Молоко можно взять на самом деле любой фермы, не обязательно домик в деревне. Только, пожалуйста, не берите там типа вот красная цена каждый день. Возьмите какой-нибудь, ну, порядочный, хороший. Так, вот такой вот мерный стаканчик у меня. Вот 350 миллилитров, это где-то примерно, ну, вот столько, где мой пальчик. Блин, сейчас уроню, лопнет, ё-моё, мирной кружечки не будет. Наливаем. Лей, не жалей, ну, не лей, лейся ты. Так, точно 350, это для трех. А, 350. Подождите, сейчас надо проверить. Правильно, сейчас перелью. Да, 350 миллилитров. Все правильно. Ну и то самое но. Мед надо положить перед тем, как будет заливаться молочко. Ложка у меня уже приготовлена. Скрываем пакетик с медом. Кстати, напишите, кто любит мед. Я мед, ну как-то так, знаете, не очень. Могу там съесть, но прям очень-очень-очень редко. Мед, вот еще особенность, должен быть жидким. Да. Отсоединил я замечательно с вами продукты. И сейчас сюда положим мед. Мед. Давайте его сначала понюхаем. Пахнет медом. И, кстати, даже вот не знаю, как отличить настоящий мед, не настоящий мед. Блин, я не смогу держать и эту, и ложку эту. У меня не три руки, всего лишь две. Третья пока еще не выросла. Значит, давайте ложечку меда. О, какая красота, блин. Натюрморт. Побольше. И я помещаю вот это все сюда. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. Во. Так. Мед положили. Слушайте, выглядит как-то уже аппетитно. Сейчас попробуем. Ну, естественно, еще молоко, и все это сейчас перемешается. Блин, интересно, вот без блендера можно сделать смузи? Мне кажется, можно, но очень трудно. Но, в принципе, если долго мучиться, что-нибудь получится, поэтому, мне кажется, если без блендера мучиться, смузи это тоже получится.
Ну вот он, тут у нас медик с вами красивенько так вот лег. Теперь давайте молочко зальем. Оп. Оп-о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 п. Во. Я, кстати, думал, что молока много. Не, нормально. Как бы немало было. Не, нормально будет. Так, устанавливаем. Подвигаем к себе. И без крышки. Вжин! И вся кухня, поверьте мне, станет загажена от этой смесью. Блин, слушайте, выглядит что-то пока... Сейчас выглядит так себе. Так, надо правильно закрыть. Должен, видите, есть такой носик, с него тоже может дать чечь. Ну что, он включен у нас. Так, включаем. Поехали! Если кто-то вдруг решится покупать такой же блендер, не надо крутить, нажимайте на смузи, он сам крутит, сам все делает. Что, давайте посмотрим, что там получилось. Блин. Тебя одной рукой открыть и не сломать. О, все. Что, ну выглядит довольно аппетитно. Не, действительно, серьезно аппетитно, это я сейчас ничего не прикалываю. Что, мне вот нравится. Ну-ка. Блин, а запах-то какой от него шикарный пошел. Давайте еще раз, давайте еще чуть-чуть сейчас покрутим. А что? Не крутится больше. Пошел. Красиво, красиво крутится. Классно работает. Ну все, думаю, можно выключать. Так, ну что теперь? Блин, это очень-очень прикольно. Ну все, я думаю, перемешался он. Сейчас наливаем это в стаканчик и дегустируем. Еще раз вам покажу, что получилось. Кстати, пить буду вот с такого стаканчика. Вкусно и точка. Да, вкусная точка уже в стаканчике раздавались. Что, наливаем? Так, чуть-чуть буквально попробовать, да? Вот фигня какая-то. Ну что? Попробуем. Не, ну запах приятный, пахнет киви. Чуть-чуть бананчиком отдает. Медом, кстати, не пахнет. Вообще чувствуется мед или нет? Ну, в принципе, столовая ложка меда, наверное, не будет чувствоваться. В общем, давайте попробуем. Что нюхать? Надо пить. Знаете, вкусненько. Такая плотная консистенция. Да, чувствуется киви. Возможно, даже надо было одно киви положить, а не два. Все по одному, то есть один банан, одно яблоко, одно киви. Тогда бы, возможно, что-то и другое чувствовалось. На первом плане киви. Где-то там бананчик. Яблоко вообще не чувствуется. Меда тоже нет. То есть даже вот... Ну, мед же он тоже сладкий. Я думаю, сейчас будет сахар. Там чувствуется нет, все нормально. Яблоком тоже чуть-чуть отдает, но вот бананом еще как-то более ярче. Яблоко совсем-совсем там на заднем плане. Такая вот. Может показывать третий раз, ладно, не буду, хотя да. Да не, не буду, не. Я всем рекомендую попробовать смузи. Все те, кто не пробовал, реальная вещь.
делается просто. На самом деле смузи делается по-хорошему там за 5-10 минут. Это просто видос. Я его делал где-то, наверное, минут 40. То, что вот видео занимает, да, надо там камеру включить, там поставить, все. Так это все делается гораздо-гораздо быстрее. В общем, давайте еще раз за ваше здоровье. Ну, как я уже и говорил, что смузи можно сделать абсолютно с чем угодно. То есть это может быть там клубника и малина. Даже с арбузом делают смузи. Ну, в общем, совсем-совсем. Я решил показать вам такой вариант, потому что бананы можно купить, в принципе, почти круглый год. Киви тоже можно найти и летом, осенью, зимой, весной. Что еще? Яблоко тоже можно найти круглый год, особенно осенью яблок полно, если у вас есть дача, свойские яблоки пустить на смузи, я считаю, что почему бы и нет. В общем, короче, такой вот рецепт. Первый раз попробовал смузи. Мне понравилось в домашних условиях, но вот... В общем, теперь родилась мысль попробовать смузи не собственного приготовления, там где-то его, может быть, продают, в каких-нибудь кафешках еще там где-нибудь продают. В общем, буду обращать внимание на такую позицию, если что-то где-то будет продаваться. Ну, естественно, за доступные, опять же, деньги, потому что... Я видел, что продают смузи где-то, но стоит такого, даже такой стаканчик, за него просят 700 рублей. За что-то 700 рублей, я не понимаю. В общем, ладно, вот такой вот ролик получился. Смузи. Блин, вкусная тема. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по всем ссылочкам в описании. Всем до новых встреч. Увидимся. Всем пока-пока. Скриптом этот кадр. В общем, не допил я смузи, думал, сразу выпью. Не, все сразу много, действительно сытная, вкусная штучка. Решил поставить в холодильник. Ну вот прошел где-то, наверное, часа 2-3. Я достал из холодильника, думаю, да, еще стаканчик брякну. И, в общем, что, начал наливать стакан, она чуть загустела. То есть она была прям жидкая-жидкая, сейчас чуть загустела. Вы знаете, открылись даже нотки, может быть, самовнушение, может, еще что-то, но открылись нотки банана. В общем, давайте попробуем с вами. Теперь эту густинку. Теперь это действительно можно уже есть ложкой, а не пить, но мы все равно будем с вами это все пить. Угу. А знаете, он холодненький, еще вкуснее, вот такой, не жидкий, а такой уже загустевший, он вкуснее. Видите, вот есть йогурты питьевые, не все, есть питьевые йогурты, которые густые, но они считаются питьевыми, это то же самое. Знаете, так с собой взять, там, налить куда-нибудь какую-нибудь, да. Ну, даже вот эту бутылочку идеально помыть, вот бутылочку боржоми, идеально помыть, высушить и перелить содержимое, ну, из стакана, либо откуда там, из блендера, бутылочку с собой взять, я считаю, что это очень и очень хорошо и идеально. Во, вещь. В общем, всем рекомендую попробовать смузи. Все. На этом точно. Всем пока и всем удачи. Увидимся в следующем видео.